Всем привет, друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал, это кто, это Ура. Я сейчас, друзья, сегодня с вами будем гулять в очень хорошем месте, такая круто, это специальное место, где вот это место, это я вам сразу скажу, где Шиклар, Капалуйол, Шиклар, здесь год только один раз, один месяц, извините, то год, только один месяц открывается. Я вам сразу покажу. Этот вы здесь знаете через Танин канал. Вот так вот. У нас каждый этот год, один месяц этот базар откроется. Этот базар что? Этот базар для Рамадана они откроются. Здесь этот продается, этот все, что там, сладости, этот сувениры или как-то, ну, короче, все подарок, этот, они продают одежда, парфюмы, часы, телефон, это, короче, все. Поэтому я хотел сегодня одна приехать сюда, посмотреть и вам тоже показать. И сегодня я буду открывать, ну, короче, я буду сегодня есть здесь. Я держу Рамадан, Оруч, поэтому здесь хотел я сегодня. Ну, почти этот, у нас этот Рамадан, почти все за этот скоро заканчивается. Где-то сегодня число, это первое. 9 это число в апреле, 9 число в апреле заканчивается, будет Рамадан, этот Байрам. Поэтому я посмотрю сейчас, это вообще люди нету, или это вообще время уже 7 часов, через полчаса откроемся этот, короче, будем есть, поэтому это люди нету или нет, не понял это. Вот давай поверну, вам покажу. Смотрите, вот так вот этот сувениры есть этот. Короче, здесь этот вообще там этот сабун, мыло. Короче, это игрушка. Это здесь так. Ножик, это что там, этот. Мистер Маджину. Здесь это гатлокум. Короче, здесь что-то не так. Здесь это очень круто. Это халва есть, это гатлокум есть. Мед есть. Оригинальный мед. Оливки. Здесь тоже домашняя топохлава есть. Домашний сарма. Суп, это суп очень популярный в Турции. Этот макароны, это очень популярный в Турции. Здесь сок есть, гранатовый сок. Этот, так, здесь есть пшмание. Они делают здесь пшмание. Так вот. Томатная паста, перец. Вот так вот это. Индел, здесь сыр есть. Кто-то любит турецкий сыр. Это так, здесь турецкий сыр. А здесь колбаса турецкий. Посмотрим тут что-то. Тоже. Это кто-то любит это, я знаю. Вот это девиз. Смотрите, очень вкусно выглядит. Ну, я сегодня не хочу это все посмотреть много этот. Поэтому я это буду сейчас есть сначала, потом это приедем туда. И будем, короче, спросить, что там, если мне нужен этот купить. Или это что там. Короче, ну так вот, сейчас я пойду, буду искать себе, где буду есть, я буду искать, если что-то мне понравится, какое-то что-то, я буду есть. Здесь вот, они сделали, здесь это, или Рамадан тоже, вместе еда. Смотри, здесь они делали шашлыки. Субтитры
Здесь он делает всегда мумбар. Здесь... Так, этот... Сантыни. Не знаете вы? Подорожье. Девочка. Здесь шаурма. Это все. Обычно это, когда мы придем, это мы едим здесь. И тут это мы едим. Но здесь они закрыли этот раз. Этот раз здесь получили вот вообще другой как. Сейчас посмотрим это, что будем есть. Буду искать. Давай я буду сначала искать, что я буду есть, потом это вам тоже покажу, что как они сделали, и все. Короче, я погулял, этот, мне интересно было, это здесь Эриджа Керевит Миди Долма. Смотрите. Я первый раз вижу здесь этот Эриджа Керевит. Они здесь продаются, этот... Вообще я был в шоке, потому что этот центр первый раз, так я вижу, они продаются этот рак. Рак, правильно, да? Наверное. Если неправильно, пишите, пожалуйста, на комментарии. Ансар! Вот, я первый раз вижу. Я был в шоке. Ну, это прикольно. Ну, я люблю. Я есть люблю рак. Ладно, я еще посмотрю. Еще у нас есть здесь внизу тоже на аттракцию парк. Так вот давай покруг поверну. Вижу вам это. Аттракция парк есть. Туда тоже покажу. Покажу вам. Я это заказал вот эту штуку. Вот эту штуку. Только это не так вот. Я хотел как на дрюм на лаваше. Это не делать так. Как это мне делать сейчас? Шу. Там как там делают. Все разворачивается. Arkadaşlar, 3 tane gemin. 3 tane gemin beyler, gelsinler. Итак, этот я брал свой это шаурма. И этот после шаурма это будем здесь тоже есть это. Это. Selam aleyküm. Ne kadar abicim kilo? Kilo 160 lira başlıyor. Sade. 250 kadar, 250 kadar devam ediyor. Tamam. Şimdi yemek yedikten sonra, uğraştıktan tamam. Sonra bir tane alabilir miyim? Nasıl olsun? Sade abi düz normal bir dinlik bir nefes. Şöyle kaymaklı var, fıstıklı var. Yok, gerek yok. Siz çocuk odun eti list. Künefe. Sen mutlu mu? Zor olsa. Bir tam tez list. Ben işte izmeye patlayıcı karacağız. Bir sladısı. Здесь посидим этот, будем поесть тут. Везде, я этот искал. Я там посмотрел это вообще-то везде полностью людей есть, это все сидят. И этот, они начинаются покушать, короче. Ну, места нету, поэтому это я приехал туда, заказал этот себе одна сладости, потому что здесь тоже очень мало места есть. Я не хотел заниматься ее просто. Вот. И это буду сладости есть и съесть, так все делать.
Итак, друзья, уже эзан читает. Я буду есть сейчас. Так вкусно пахнет вообще. О. Это вообще. Битана, абжим, битана. Очень вкусно. Как я хотел. Я, когда покушаю, друзья, я не пью ничего, я пить не взял. Только брал этот шаурма. И после шаурма буду этот сладкий есть. Ну, потом можно водичкой попить. У меня метаболизм так идет. Потому что после этой операции на желудок получил вот так вот. И надо делать так тоже, кажется, все люди. Ладно, я сейчас покушаю. Так вообще, внутри это мясо. Я сейчас покушаю, потом этот сладость придет, тоже буду показать вам. Поедем, там тоже правую сторону тоже буду показывать. И будете здесь, и еще, по-моему, концерт. Если я успею, там тоже я покажу вам. Короче, все покажу. Здесь это что-то получается, это все я вам покажу. Так, они принесли уже мой сладости. Я покушал этот мой шаурма. Сейчас вам покажу, так как красиво выглядит. Смотрите. Я тоже сделаю вот это, друзья. Вы знаете, внутри вот так вот. Я тоже это сделаю. У меня канал есть, рецепт. Но скоро, может быть, еще раз буду делать, потому что последнее время это очень много все это у меня друзья, это семья, это все это сказали, это давай сделаем этот кнафе, это вкусно делаешь, так бла-бла. Я сказал, хорошо, посмотрим, это скоро посмотрим, может быть, будем делать. Так, я сейчас буду есть и потом поедем. Да. Надеюсь, это будет вкусно. Обычно этот можно есть горячий, потому что внутри есть сыр. Это сыр надо достать. Смотрите. Надо это есть так вот. Очень вкусно. Правда, очень вкусно. Сейчас еще раз вам покажу. Мужик большой брал. Смотрите, видите, это белая эта штука. Это вот эта белая штука, это сыр. Внутри еще есть. Смотрите. Внутри есть еще сыр. Очень вкусно. Ну, чуть-чуть горячий. Все равно вкусно. Ну, 160 лир, это ничего страшного. Это 160 лир, это уже не так много деньги. Поэтому я как раз это давно хотел. На Инстаграм я видел это. Мне все друзья это отправили. Меня друзья это сказали. Ну, я сказал, как раз я приехал здесь. Вот один раз здесь получается такая базар. Ну, так вот. Надо есть. Правда, очень вкусно. Ладно, я не буду вам это больше показать. Заканчиваюсь, потом поедем. Вот как раз вам сказали, это здесь тоже аттракцион парк. Здесь начинается.
очень шумный там, я не буду очень много показывать, послушайте. И это... Сейчас. Ну, здесь для детских все. Здесь это пистолет, шарик бывает, просто, по-моему. Так я не знаю. Здесь это... Ну, интересно, а прямо здесь так море. Смотрите. Вот так вот. На... У меня катер прям там. Да, у меня катер прям там. Там это я оставил. Ну, оставлю вот это, пушка. На видно это все конялцы. Так красиво. Ну вот так вот здесь. А это что-то, я не знаю, я не понял. Почему там есть корабль или что так? Я не понял. Ладно, пойдем туда посмотрим. Все, там очень шумно, поэтому это, может быть, я не буду полностью это включать в видео. Здесь есть, не знаю, они что-то разное это сделают. Кидаешь это 50 евро, это 100 долларов, это включает, получаешь. А здесь что? Здесь впереди или что там? Так, от пистолета, вот туда, так. Ну, я не очень люблю, потому что это просто деньги берет они. Это все есть секрет. Ладно, смотрите. Я здесь буду выключить, потому что здесь очень шумно, я ничего не понимаю. Здесь будет скоро концерт, и, конечно, здесь тоже людей, все людей, покушают, погуляют, покупают, детские, этот, здесь это парк есть. Ну, кстати, ребята, остался вот этот базар последние 8 дней. Я сейчас это 1 в апреле это я снимаю видео, но, по-моему, это 2 или 3 в апреле это буду укладывать. До 9 в апреле этот, здесь базар есть. Если вы тоже хотите, вы можете приехать сюда. Ну, вам это может быть интересно погулять. Еда есть. Или этот подарок купить вашему этот, короче, семья или куда-то. И посмотреть концерт, аттракция этот парка. Здесь где? Здесь это... Я вам скажу, это здесь Мурат-паша, Капалы Йол, там Рамазан Шани, там это называется, ну здесь, вместе. Вот если вы тоже хотите, вы можете приехать туда. Давай я поверну камеру, что там посмотрю, покажу вам. Клубника, клик, короче, банана. Как вот игрушка, как дети любят. Сумку, короче, это все, все, все очень много есть. Одежда продается они. Как раз это там другую сторону вам сначала показал я. Здесь тоже почти то же самое. Так оливки здесь продаются, и это томатный сок, приправа, все. И здесь сок на черную. Я не помню, это как называется, черный этот ежевик или что там. Здесь это как раз одежда. Здесь сыр. Там, вот там тоже этот сыр. Они тоже самые, эта фирма. Они здесь это этот арендируются. И так это делают. У меня нельзя тоже был. Тут он тоже продал этот на сувениры. По-моему, правильно я говорю это. Друзья, если я неправильно я говорю, это такой подарок, короче. Сувениры или что там, сувениры или что-то как. И если неправильно, это, пожалуйста, пишите комментарии. Я хочу правильно говорить. Так вот, полотенце здесь. Пахлава. Как вам сказал. Здесь этот сережки есть, здесь
Это свечки есть. На футболке 100 лир. Adidas Puma Nike. Мави. Здесь тоже женские, это одежда. Косметика. Я-то в прошлом году был то же самое здесь. Я бы знакомился здесь, где-то я жил 10 лет, вор, в Чанкры. Этот мужик, короче, или дядя, как называется, он принесли сюда, это соль, это солевый камень, короче. Я не помню, сейчас вот здесь, может быть, я увижу. Вот тут, по-моему. Так вот. Здесь был, по-моему. Я сейчас спрошу. Так вот красиво. Они так, когда дома ставите, это соль. Это все соль. Да. Он принесли это из Чанкуры. Kolay gelsin. Sağ ol. Yiğidim hoş geldin. Tanıyabildin mi beni abi? Seni tanıyabildim mi? Tanıyamadım. Tamam. Anladım ben. Tanıyamadım herhalde. Geçen sene de gelmişim. Tanışırız. Tatlım ismim Seyfullah. Biliyorum ben senin ismini. Senin ismin neydi? Uğur benim ismim. Uğurcan. Abi gözleri İngilizce gülüyor adam. Bura enerji dolu ya. Buraya gelince yüksek enerjiye kapıldın. Çankırı'da 10 sene yaşadım demiştim de. Sen de bunları Çankırı'dan getiriyorum. Çankırı'dan benim geliyor malatçıyım. Mu demiştin? Ne demiştin? Öyle bir şey demiştin. Aynen abi. Ben zaten Çankırı'da duruyorum. İmalatım ne benim Çankırı'da. Şeyde. Badim Şamsı'nın üzerinde yeni mahallede. Tak. Ya. Это... Там был, я спросил, это все как дела, это все хорошо. Короче, вот так вот потихонечку заканчивается. Здесь тоже есть мыло, это что там, тарелки. Прямо. Потихонечку заканчивается, и все, сейчас поедем домой уже. Так вот, у нас это сегодня так был, вот это прекрасный день. Прекрасном месте. И, друзья, вам прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Не забываем поставить лайк, колокольчик открывать, подписаться на мой канал. Следующее видео. Всем пока-пока.